Лена, по очереди, да, пару минут. Давай. Вот я согласен с товарищем абсолютно, да, что в 89 году Советский Союз, значит, распался, и капитуляцию у Советского Союза приняли на острове Мальта, так называемый Мальтийский орден. Вы об этом многие все знаете, да, это представители либерального истеблишмента мирового. Теперь, вот многие говорят, что Союз мог не распасться. На мой взгляд, распад Советского Союза был закономерен и неизбежен. Почему? Я хочу обратить ваше внимание, что в 1944 году была создана Бреттон-Вудская финансовая система. Было создано 4 института. Значит, Мировой банк, МВФ, ГАТ, которая потом переименована в ВТО. И самое главное, что было создано в 1944 году, это то, что ФРС, который был создан еще в 1910 году, ему придали функции в распределении доллара не как национальной валюты, а как общей.